21 октября 2024 года, около 19 часов 5 минут, на первом километре автодороги УВА, санаторий УВА, проходящий по территории Увинского района, по предварительной информации, водитель, мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем «Лада Ларгус», совершил наезд на пешехода, женщину 1954 года рождения, которая лежала на проезжей части дороги. От полученных травм пешеход скончалась на месте ДТП. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.